Однажды Света проснулась и обнаружила, что у нее почернел палец. И вот что из этого вышло, смотри. Света обычно проснулась утром, но тут увидела, что у нее почернел палец. Кукла, что это? Чувак! Света, кушать! Катя, я, наверное, в школу не пойду. У меня тут... Быстро к врачу! Но Света не пошла к врачу, а пришла к старухе. Чего надо? Опять? У меня тут палец почернел. Это плохо? Нет, это хорошо. Только не трогай им ничего. Почему? Он оживляет предметы. Бау-ба-дю-ба. Вау, круто! Чтобы еще оживить? Уснул! Проваливай домой! Света пришла домой. Чумная вернулась. Нет. Мой палец оживляет предметы. Круто. А давай соцсети оживим. Давай. Света нажала пальцем на... Вау. О, сделай мне фоточку. Вот так и так. Историю запили. Давай следующую. Интересно. О. Давай больше интриги, слушай. Смена кадров быстрее. А то реков не дам. Давай еще. Так, а этот какой? О. Мы в эфире? Так, жду бобики. Отражились первыми тремя окошками сверху. Еще, еще. Окей. Света, хотела дать тебе лично. Спасибо. Спасибо. Ладно, дальше. Давай. Ой, а кто это? Совсем про меня забыли. Только музыку послушать заходите. Понравился ролик? Не забудь поставить лайк.